Всем добрый день! Сегодня мы с вами опять продолжаем открывать подарки, так как подарки к нам приходят и приходят. Вы сейчас начнете мне говорить, почему не в один день все открываю. Ну, потому что так получается. Один пришел сегодня подарок, другой пришел через 3 дня. И как бы долго ждать неохота, хочется открыть и посмотреть. Вот, нам пришел сегодня фитнес-браслет Amazfit. Вот, Band 7. Вот такой браслетик у нас. Что у нас тут есть? Режим сна, сердце, давление. Так, физкультура, ритм, зарядка, все такое есть. Сейчас мы будем с вами открывать. Заказала именно его, потому что один Amazfit, он у меня уже есть. Ну, это я заказала уже на подарок. Вот, вот такой у меня есть. Этот намного, скажем так, получше и покруче. Более обновленный. Кстати, он выпустился в этом году, точнее, в прошлом году, в октябре 2022 года. Так, сейчас будем с вами открывать и тестить его. Вот, смотрите, тут есть такая штука, как его открыть. Вот видите, такой специальный пипцичек. Просто так его не откроешь, так как он оригинальный фитнес-браслет. Поэтому сейчас будем с вами его открывать. Вот, достаем. Я его вот так и приоткрыла. Что у нас тут есть? Это у нас USB кабель для того, чтобы заряжать наш браслет. Сейчас мы с вами его распакуем. Вот, вот такой USB кабель. Кстати, вот он, магнитная зарядка такая. Такой прикольник. Сейчас достаем дальше с вами. Вот, я его уже достала, сейчас достаем. Вот такой у нас браслетик. Фитнес-браслет. Он, конечно, сейчас не заряжен. Будем его заряжать. Вот, видите, классно, что за его не надо снимать, как в других фитнес-браслетах, надо снимать вот эту капсулу. А в этом фитнес-браслете капсулу тут никакую снимать не надо. Оно заряжается вот так магнитиком. Вот, видите, магнит такой. И очень все удобно и классно. У меня тоже на вот этих часах он так заряжается. А считаю так лучше заряд, чем каждый раз снимать эту капсулу, вытягивать. Вот, смотрите. Вот, ставил, все. Он при магните приклеился. И можно его будет заряжать. Сейчас мы с вами зарядим и посмотрим, как тут и что тут. Вот, тут есть такая вот инструкция на русском, китайском, немецком, украинском, французском. И сейчас будем разбираться, как их включить, зарядить. Кстати, я их запустила, зарядку, но пошла зарядка. Вот, такие функции. Ну, сейчас будем тестировать, как он будет в деле. Кстати, чтобы пользоваться этим фитнес-браслетом, нужно скачать специальное приложение. Сейчас мы с вами его и скачаем, и протестим, как оно будет действовать. Как оно будет. Все, я уже скачала приложение, вот запустила фитнес-браслет. Вот он такой. Кстати, классненький. Что у нас тут есть? Сейчас фокусируется. И сердцебиение, и пей. И тренировки, журнал тренировок. Ну, короче, много функций разных. И стресс, и активность, и сон, и погода. Ну, все, что есть. Много, короче, всяких настроек тут у нас. Вот так, часики такие, фитнес-браслетик выглядит у нас. Ну, короче, я довольна. Довольна, довольна, довольна. А сейчас для сравнения покажу свой старый фитнес-браслет. Ну, как старый? Я с ним и хожу еще. Вот. Вот Amazfit и вот Amazfit. Это более усовершенная, скажем так, приложение, фитнес такой браслет, более современный. Видите, какая разница у них? Какой тут размер дисплея? Нажмем, в одну руку неудобно. И какой тут? Вот, и видите, разница ощутима. Так что, мне нравится, даже эта фирма, я говорю, уже пользовалась, ну, классный. А это более обновленная модель. Так что все, всем рекомендую. Такой обзорчик подарка у нас есть. Так что, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии. Подписывайтесь. Все. Всем пока-пока. До новых встреч.